Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы продолжим проходить игру, которая называется «Тачки, зомби и оружие». Ну что ж, давайте приступим. Так, что у нас здесь новенькое? Ага, забираем ревард, ребята. Обязательно. Так, нам достается 3 бронзовых ключа. Так, здесь мы пропускаем все. Ага, у нас открылась новая дверь, по ходу дела, какая-то. Ну, это нам пока не нужно. Здесь, по-моему, у нас пока все глухо, да? Я могу открыть, ребята, слот за 20 золотых, но этого я пока делать не буду. Пока не вижу в этом смысла. Ну и, наверное, мы с вами переходим в историю. Давайте продолжим проходить. У нас 13-я стадия. Мы ее с вами не прошли. Так, у нас 18 зомбарей надо задавить. Это меченых. И что-то успеть сделать за 1,5 километра. Ну что ж, давайте посмотрим. Зомбарей-то мы по-любому раздаем. Что за 1,5 километра надо сделать, я пока не понял. Так, поехали. Ух, елки-палки. Не, ну машинка хороша, сразу вам скажу. Опа, на, отлично, иди сюда. Ха-ха, даванули. Так, ой, елки-палки, немножко сбился. Ну ничего страшного. Правда, мы теряем скорости при столкновении, но тем не менее все хорошо идет. Ё-моё, вот это вот нафига надо было делать, а? Так, монетки. Ядрить! Ах ты! Но зато, смотрите, я выполнил какое-то одно из заданий. Наверное, за 1,5 километра, да? Я ведь не смог раздавить 18 зомбарей за такой промежуток времени короткий. Хорошо. Так, нет, это мы пока не будем оценивать. Да, ребят, я выполнил одно задание, и нам осталось еще 14 зомби задавить. Этим мы и займемся. Так, где у нас эти зеленые зомбари? Мне они очень сильно нужны. Вот, вот один, красавец. Так, давайте далее. Так, вон еще один. Ах, по-моему, задел, да? Или нет? Ладно, черт. Вырулил все-таки я. Ага, вот еще один. Опа-на, как я, блин. Хотел только порадоваться, как я протиснулся, но в бочку врезался все-таки. Так, впереди я вижу какой-то бонус. Ага, ящик лежит. Блин, даже не хватило бензина до него доехать. Обидно. Так, здесь мы пропускаем, сколько я раздавил. По-моему, штуки 3 уж точно. Сейчас покажут. Оу, 9 всего осталось, ребят. Я надеюсь, нам хватит ключей выполнить это задание. Не хотелось бы потом все заново повторять. Так, вижу впереди. Хрен с ним, давайте врежемся, блин. Но зато раздавим. Так, еще один вижу. Пока все отлично идет у нас. Вот здесь вот. Блин, я думал протиснуть, нифига. Что ты тут идешь, машешь своими ручками корявыми? Задавил все-таки я его. Блин, бочка это. Так, и еще один. Ребят, ну уже достаточно много я раздавил. Да что так? Опа, даванул все-таки на дорожку. Но все равно еще не все, ребят. Надо глянуть. Обязательно. Так, получили мы с вами 150 и 2 гаечных ключа. 3 зеленых зомби нам всего осталось убить. В принципе, это мелочи. Главное, чтобы они попались мне на пути. Одного я вижу, блин, но тут сами видели никак. Ай, ладно. Еще двоих. Так, вон там, блин, не получилось, ребят, не получилось. Ну где они все, елки-палки, вот. Да ну нафиг. Так, вот, прямо. Отлично, еще одного осталось, ребят. Еще одного, и я его вижу. Вот он, вот он. Все, выполнили мы задание. Соответственно, перейдем с вами уже на другую трассу. Шикарно. И как раз бензин кончится. Главное, что мы успели выполнить. Ух. Так. Деньги дадут. Так, ревард. В нем деньги и 3 бронзовых ключа. Да, 13-я миссия пройдена. Получили обратно все ключи. И переходим с вами на 14-й. Кстати, смотрите, у меня здесь откроется новая тачка. Опа, это что такое? Это что такое мне новенькое открылось? Я что-то не понял, если честно.
Вроде бы как ничего нету. Забираем здесь лут. Так, неплохо. Ага, вот что. Я могу себе... Здесь уже, как я понимаю, даются снаряды и ключи. Ладно, хорошо. Пускай это все пока делается. Будет делаться 3 минуты. Опачки. Мы здесь с вами на 8-м ранге. 350 золотых. И еще 350 золотых. Ну, золотых. Ну, монет я имею в виду. И в общей сложности у меня 3500 монет. Что можно еще, ребят, сделать, а? Так, у нас есть челлендж. Так, здесь мы открываем коробки. Нет, даже не открываем, а покупаем, ребята. Да, за черепки. Ну, все, вроде бы пока. Так, давайте, соответственно, их откроем. Все сразу. Что там у нас попадет? Так, ключ, стрелочка, снаряд и опять ключ. Ну да. Так, у нас челлендж, турнир и турели. Что у нас по машине? Машину-то надо действительно, ребята, нам немножко проапать. Так, 6 стрелочек за одну броню. Слишком как-то дорого все это получается. Эх, елки-палки. У нас с вами 2 ключа. Я могу... Ага. 10 бронзовых переплавить в один серебряный. Отлично, это уже хорошо. 20, блин, слитков стоит это все барахло. Дорого, слишком дорого. Гуд, ну что, давайте попробуем. Нам все-таки должна открыться новая машина. Так, здесь у нас 5 чего-то. И 2,8 километра проехать. Хм. Поехали, короче, ребята. Будем смотреть уже в процессе игры. Так, нормуль. Отлично, блин. Ах, ты, елки-палки, врезался. Фиг с ним. Слушайте, а 5 пикапов, это, наверное, что-то поднять. 5 предметов, по ходу дела. Или 5 ящиков. Но ведь не 5 монет же. Хотя, кто его знает. Ага, туннель. Ребят, начинается у нас туннель. Тихо, тихо, тихонько. Блин, и как всегда... Вот, вот, ящик не успел. Нафиг, блин, сбил он мне. Да что так быстро заканчивается бензин, ребят? Ну, в самом-то деле... Это уже вообще никуда не годится. Взял я немножко, ребята, себе дополнительного времени бесплатно, как вы видели. Так, поехали, поехали, поехали. Вау! Безумие, ребята, безумие. По-моему, все-таки на безумии я могу ехать спокойно и избивать абсолютно все без вреда для себя. Почему-то мне так кажется. Тихо, 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 тихо. Все, бензин закончился. Ну что же, я проехал 3,5 километра. Получил мега-комбо. Глянул рекламу и... Да, дали мне всего ничего, ребята. Бензина, конечно. Все, он закончился. Не буду я больше смотреть эту рекламу. Дали всего там 4, по-моему, секунды дополнительного бензина. Ладно. Так, что у нас по миссии? Так, первая у нас пройденная. И осталось еще 4. 4 предмета, я так понимаю, поднять. Поврапа. Или же все... А, нет, ребята. Это мне нужно еще 4 раза сделать безумие. Вот оно что. Слушайте, ну это довольно сложно, блин. Но будем пытаться. Это нужно как можно больше давить зомби, ребят. Чтобы у нас накопилось безумие. И мы смогли с вами ехать на этой сумасшедшей скорости. Так, ну что, еще немножко осталось. Да елки-палки, у меня не хватает бензина, ребят. Ну, бред. О, есть, есть. Так. Да, по-моему, все-таки я могу ездить. О, отлично, просто. Блин, все сношу. На своем пути. И приехали. Так, ну что, сейчас посмотрим, была правильная моя догадка или нет. 2 раза я использовал. Значит, должно быть сейчас. Так. Одну стрелочку получил. Да, 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 ребят. Еще 2 безумия мне нужно использовать. Блин, мало ключей.
всего лишь на одну гонку. Очень и очень паршиво. Так, ну-ка прыгаем. Иди сюда, куда-то побежала. Значит, нам нужно сейчас накопить еще на два безумия. Так, отлично, отлично. Давим, давим этих говнюков. Да чё ж так слабенько копится-то, а? Ёлки-палки. Бен скончается. Зомбарей как-то не особо у меня удачно получается сдавить. Ну! Да ладно вам, ёлки-палки. Блин, не хватило, ребята, все, по ходу дела. Эту миссию мы не пройдем с вами сегодня. Потому что ключей у меня больше нет. Всего 3 ключа, а для следующей гонки нужно 4. И всего 2 безумия надо было сделать. И полная засада. Ладно, хорошо, давайте тогда что-нибудь другое с вами поделаем. Например, так, турнир. Да, давайте будем ездить на турнире. Будем получать реворд. Поехали. Так, ну я так понял, здесь у нас нету ни горючки, ничего. Мы просто должны проехать максимальное расстояние. Воу, шикарно у меня вышло. Ну, соответственно, давить зомбарей, которых, в принципе, тоже тут не обязательно. А, тихо-тихо! Отлично. Воу-воу-воу, пошла трасса. Куча машин, куча препятствий. Блин, мне бы, конечно, бы спереди на тачку поставить бы себе хороший какой-нибудь отбойник, чтобы этих зомбарей сбивать и не терять скорость. Так. Ёлки-палки, неплохо, ребята. Почти 2,5 километра уже прогнал. Все пока под контролем. Ни одного повреждения. Оу! Безумие! Черт! Просто все в хлам, ребят, в хламину. Ай, задел, блин, бочка эта тут, ее не увидел среди зомбарей. Ладно, хорошо, давайте перепрыгнем. Так, отлично, все, пока. У меня, ребята, еще один удар есть. Как видите, по броне. О, тут надо перепрыгивать. Тут не проехать нам однозначно. Слушайте, довольно неплохо, неплохо я еду. Да, ребята, абсолютно пофиг мне на этом безумии. Ничего не трачу, ни броню, ничего, ё-моё. Чёртова бочка, а как быть ты проклята, а? Но, тем не менее, ребят, смотрите, 5,5 километра, и я на 9-м месте. Нифига себе, сколько народу. Когда я в первый раз играл, вы помните, там было всего 4 человека. А сейчас тут уже, ого-го, сколько. Продолжаем гонку. Я хочу подняться в рейтинге. Не собираюсь я быть на 9-м месте. Ключи к тому же у меня пока есть. И мы их будем тратить. Пока все равно нам заняться нечем. Опа-на, это что за отметка? Это кто-то... Кто-то здесь, видимо, врезался. Ага, здесь у нас был на 7-м месте. Так, это кто-то у нас тут на 6-м врезался. Слушайте, а я что, продолжаю со своей точки, где я врезался, что ли? Так выходит? Получается так. То бишь, я продолжаю как бы свой путь. Так, отлично. Иди сюда, будем давить. Так, безумие, ребята. На это мне плевать, все. Черт подери, закончился как не вовремя. Тут еще, ребята, немножко сложно определить, когда она закончится. Оу-оу-оу-оу. Есть, ну я, елки-палки, надо было туда подвернуть. Да ладно. Так, три, да, два, одно столкновение у меня всего доступно. Черт подери. Хитро, конечно, здесь было сделано. 4 километра я проехал. Кстати, да, есть, на 6-ю позицию я перебрался. Есть, кстати, смысл укреплять свою тачку, ребята, в плане брони. Это мне дает больше шансов как бы проехать дальше, несмотря на то, что я буду даже сталкиваться с препятствиями. Надо будет об этом подумать. Ну, сами видели, там все апается за... Тихо, отвали ты от меня. За серебряные гаечные ключи. Так, пока неплохо. Опачки. Какая у вас тут кучка. Да, ну, отлично. Я уже думал, сейчас врежусь. Нет, прокатило.
Так, давай, иди сюда. Все под машину. Давайте сюда подвернем. Опять, по ходу дела начинается, ребята. Оу, безумие. Почему я... Ну, я, в принципе... Оу, ребята, вот мы доехали до пятого места. Ну тут вообще... Уж нафиг хитро все делают. Ладно, хрен с ним, один раз можно врезаться. 5 брони у нас еще есть. Ага, а вот у нас и 3... Черт, я думал протиснусь. Нифига, и все сбил себе только этим. Доехал до третьего места, обрадовался. Ну, сейчас мы должны быть на каком? На втором, по идее, да? На третьем? Ладно, хорошо. У нас приз 1 слиток золота за третье место. А я хочу больше. Доеду я, интересно, до второго. Ну, хотелось бы в идеале до первого. Тут, как говорится, к бабке не ходи. Так, давайте. Аккуратненько. Как... Черт подери, уж слишком близко было все это дело. Я не вижу что-то впереди. Блин, врезался. Так, ну на трамплин я смогу. По идее должен. Отлично. Где второе место, елки-палки? Я не вижу отметки. Зараза. Че, буря тут песчаная. Закрывает мне экран. Так. Отлично, отлично. Ать, врезался все-таки. Так, еще 2 брони, то бишь 2 удара я могу пережить. Это довольно хорошо. Давайте на трамплин. Оу, вот безумие иногда, ребята, очень и очень подсирает. Вот, например, здесь. А, ты... Ё-моё, неужели я выкрутил? Да, конечно, выкрутился. Ну что же, прыгаем. Так, здесь щекотливо все. Чёрта с два, ребят, надо было мне все-таки подворачивать вправо, не влево. Ну, нет. Так и остался я на третьем месте. Ключи, ребята, у меня кончились. Но турнир был хорош, ничего не скажешь. Ну что, может быть, теперь челлендж поиграем? Ну, а почему бы и нет? Тратить ключи надо на что-то. Не солить же их. Поехали, ребят, надо нам, как обычно, пройти эту трассу с 3 звездами. Интересно знать, когда мне откроют следующую. Так, я уже, честно говоря, подзабыл, что здесь. Так, отлично. Здесь вот так. Так, между бочек, нормуль. Так, трамплин у нас, да, подворачиваем, отлично. Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Отлично, все нормально получилось. Так, прыгаем. Уху, ребята, с 3 звездами первый мой заезд. Шикарно получилось. И мы с вами что получаем? Ага, 3 черепка, 1500 денег, сундук. Слушайте, с 3 звездами очень даже выгодно проходить. Давайте-ка повторим. Иди сюда, хламон. Я там хочу немножко по-другому сделать, срезать немножко путь. Получится, нет, я не знаю, вот так вот. Оу-оу-оу-оу-оу, наверное, я зря так делаю. Как говорится, рискую. Но прошло все. Да елки-палки, прицепился этот зомбарь. Ядрить его на корень. По-моему, он тянет мне машину в другую сторону. Особенно на прыжках, это очень хорошо заметно. Есть, ребята. Еще один челлендж с 3 звездами. Еще 3 черепка я заработаю, сундук и 1500 денег, так? Да-да-да, именно все так. И у нас еще 2 ключа, ребят. Давайте, поехали. Надо, главное, так же. Я уже практически трассу всю изучил. Можно сказать, досконально. Так что не должно быть никаких проблем у нас. Так, оу-оу-оу-оу. Черт тебя подери, почему? Зафризила игра немножко, ребята. И я потерялся. Скажем так. Так, отлично, здесь пока хорошо все. Так-так-так. Здесь переходим сразу на второй. Да, жаль, конечно, что я потерял звезду. Ну, там сами видели, какая-то такая щекотливая ситуация получилась у нас. Но, тем не менее, прошли. Ладно, получаем немножко меньше, да, реварда. Да, денег нам не дают. Если мы теряем звезду первую, мы лишаемся 1500 денег. Ну что же, у нас последний ключик с вами. Так, ну давай, отходи. Так, отлично.
Проезжаем здесь. Тут с подворотом, естественно, с подворотом. Так, вот так вот попробую сделать. Ай-яй! Да елки-палки, захотел срезать немножко путь. Срезал, блин, на свою голову. Все, ребят, опять я лишился 1500 денег. Ну, да, дадут только черепок и, по-моему, сундук. Жаль, конечно. Сглупил я. Ладно, что сделано, то сделано. Ключей у меня больше не осталось. Давайте с вами посмотрим. Так, 4 ящика мы можем с вами вскрыть. Давайте сделаем это дело. Ключи, стрелочки и еще стрелочки. Ладно. Так, что еще здесь у нас? Ага, реверт забираем. Опа-на, новый сундук какой-то, ребят, получили. Я такого не видел. Сейчас пойдем с вами его вскрывать. Так, и больше бы вроде ничего здесь нет, да? Опа-на, это что такое? Реверт. 5 сундуков. Ага, здесь нужно убить 250 зомбарей, ребята, и я получу 5 каких-то золотых сундуков. Надо будет запомнить это и в следующей игре сделать. Ну что ж, глянем, что здесь у нас. Опа, на 2 боекомплекта я получил. Причем на халяву, это хорошо. Блин, все бронзу подсовывают, дайте мне серебро. Мне, чтобы апгрейдить свою машину, нужны серебряные детали, а не бронзовые. Так, а здесь у нас что? Ох ты, сколько тут реварда, ребята, смотрите. Это я выполнил столько заданий. Ух ты, и за все я получаю 2 золотых. Так, отлично. Давайте все соберем, сколько там у меня уже. 18 20. Ну давай, давай, быстрее, быстрее. Так, отлично, нифига, уже 24. И получается 28 золотых слитков у меня. Ну и что мы можем с вами сделать? В принципе, больше, по-моему, ничего, ребята. Можно было бы поездить на турели. Но с таким управлением мне как-то не особо хочется там позориться. Так, что у нас по тачке? Вот броню надо, да, ребят, смотрите. У меня 25 стрелок. А вдруг опять куда-нибудь понадобится и мне скажут: накопи-ка там себе, например, 3 бронзовые стрелки. А у меня кончились. И опять нам придется с вами сидеть, набивать. Оу, оу. Да, вот эту я уже видел. Блин, и хочется, и колется. Нифига себе отбойник какой. Прям ковш. Да. Блин, ну поставить-то какой-то охота. Оу, вообще шикарно. Фига тут, прям как уже ралли какой-то. Так, и здесь уже будет, наверное, турбина. Да, турбина так и осталась у нас. Двери, я помню, нам тоже новые давали. Оу, шипы. Все хочу, ребята, все хочу, но столько все стоит. Дороговато, конечно. Как говорится, мне это пока в данный момент не потянуть. Надо будет еще проходить гонки, зарабатывать деньги, ключи. И тогда, естественно, мы с вами все это приобретем. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим разбираться с зомбарями. А на этом все. Всем пока, удачи вам и до скорых встреч.